Добрый вечер, уважаемые коллеги. Приветствую вас на нашем вебинаре. Думаю, что всех, кто хотел к нам присоединиться, уже в сборе. Соответственно, кто не смог по каким-то причинам, посмотрит уже запись. Традиционная проверка связи, как меня слышно. Есть ли проблемы со звуком, с изображением? Если да, сообщайте об этом. Так, сейчас сразу посмотрю настройки микрофона. Надеюсь, что в этот раз со звуком проблем не будет. Ну, давайте максимум поставлю тогда по микрофону. Как меня слышно? Как меня слышно? Так. Все хорошо. Отлично. Что ж, тогда не будем терять времени. Давайте, собственно, начинать. Неделя, как вы прекрасно могли заметить, очень надеюсь, что также и использовали ряд возможностей, которые предоставляли во благо собственному депозиту для проведения хороших прибыльных сделок. Отчетов было много, некоторые, может быть, являются переломными в динамике и в определении дальнейших перспектив поведения не только рисковых активов. В принципе, первую половину недели трейдеры, проанализировавшие очень плохие данные по Non-Farm Payrolls, получается, уже двумя неделями ранее, пытались найти возможную аргументацию, подтверждение того, что доллар столкнулся с очевидными факторами слабости, особенно со стороны рынка труда, что, разумеется, лучше всего использовать для того, чтобы занимать длинные позиции по рисковым инструментам. Если, опять же, отмотать немножко в плане фундамента поведения рисковых активов и рыночную ситуацию на позапрошлую пятницу, когда были опубликованы Non-Farm Payrolls, мы видели, как евро-доллар, в принципе, снова оказался в районе 1.10, и тогда действительно могло возникнуть ожидание, что ослабление, в том числе главного валютного риска, как тренд сломлен, и, в принципе, дальнейшие перспективы открывают возможности для занятия длинных позиций. Я очень надеюсь, что вы не поддались этому рыночному заблуждению, а все-таки смогли адекватно, правильно, взвешенно оценить общую фундаментальную картину и понять, что локальный рост доллара, он, опять же, характеризуется только локальным проявлением и никак не имеет какого-то важного, серьезного, систематичного подтверждения. Так, что касается вопросов, я предлагаю оставить их на конец вебинара. Если вы не против, мы к ним обязательно вернемся. А сейчас, конечно же, коснемся сначала ключевых фундаментальных событий. Опять же, возвращаясь к Non-Farm Payrolls, еще раз отмечу, что хочется, конечно же, надеяться, что этот отчет не стал весьма негативным для вашего депозита и не стал причиной принятия неверных решений, поскольку прошлая пятидневка – это исключительно затяжная коррекция, в том числе и главного валютного риска, снова отправившая позиции европейского актива и других рисковых инструментов к более логичным и, скажем, справедливым ценовым отметкам. Прошлую пятидневку европейская валюта начала с локальной разгрузки. Если, опять же, проследить эту тенденцию буквально до конца недели, то евро испытывал серьезные трудности вплоть до заключительных торгов прошлой недели и умудрился за одну пятидневку потерять больше 400 пунктов. Каждая свеча – это исключительно коррекционное движение вниз и, соответственно, серьезные потери для главного валютного риска. Если говорить про статистику и были ли локальные, скажем, факторы статистического давления на позиции главного валютного риска, то были. В частности, составной индекс деловой активности в производственном секторе Market был опубликован на уровне 54 против прогноза 54.1. Аналогичный отчет в секторе услуг также оказался хуже прогноза 54.2 против прогноза 54.3. В целом это подтверждает общий негативный взгляд к оценкам перспектив и темпов экономического восстановления через производственную активность экономики еврозоны и доказывает тот подход, верность того подхода, которым сейчас руководствуется европейский мегарегулятор по необходимости задействования беспрецедентных мер экономического стимулирования, которые, разумеется, направлены на попытку улучшить ситуацию в целом и поспособствовать оздоровлению экономики.
Что касается других регионов, то в начале недели был опубликован довольно-таки неплохой отчет по сектору услуг Великобритании. Мы увидели резкий подъем индекса, и он не просто оказался выше 50 пунктов, которые отделяют восстановлению от возможной стагнации. Он уверенно закрепился выше этой отметки и предпринял достаточно весомых оснований для того, чтобы показать нам еще более оптимистичную оценку активности в секторе услуг, поскольку фактическая цифра оказалась в районе практически 59 пунктов против прогнозного значения около 57. Честно говоря, учитывая приближающиеся выборы, которые могут оказаться одними из самых скандальных в истории выборов в Великобритании, неудивительно то, что мы сталкиваемся с демонстрации хороших локальных макроэкономических отчетов, потому что текущая, скажем, команда премьер-министра Кэмерона явно будет стараться убедить избирателей, что его консервативная партия может принести процветание экономике и оставшись, скажем, у власти в течение еще более длительного периода времени, окажет еще больше позитивные эффекты для экономики в целом. То есть политический курс страны верный, и единственное, что нужно сделать, так это его продолжать. Поэтому велика вероятность того, что следующие важные макроэкономические отчеты, которые будут выходить по британской экономике, они будут содержать определенную, скажем, степень наигранной статистики, не совсем, скажем, правильный и справедливый. И, скорее всего, эта лжестатистика будет объясняться соответствующим давлением со стороны кабинета Кэмерона, которому, разумеется, сейчас нужно показать, в том числе и через макроэкономические отчеты, что его пребывание на посту премьер-министра – это период, скажем, с хорошего самочувствия экономики в целом, период преобразования, реформ, оказывающих такой же позитивный эффект для экономики в целом. Поэтому сейчас важных отчетов, конечно же, не так много. Они основная, скажем, порция важных макроэкономических данных уходит на конец этого месяца. Но в целом мы, в принципе, уже готовы отчасти к этим релизам. Мы знаем, что от них ожидать и, в принципе, какой логикой сейчас стоит пользоваться. В отличие от европейского актива, австралийская валюта смогла найти основания для роста, опять же, только в первой половине недели, поскольку все трейдеры и инвесторы ориентировались, конечно же, на очень важное решение со стороны Резервного банка Австралии по процентной ставке. На текущий момент она и без того находится на рекордно низком уровне 2,25%. Тем не менее, учитывая, опять же, общую экономическую слабость, общие системные проблемы, характерные для экономики в целом, были серьезные основания полагать, что ставка может быть снижена на еще, скажем, 25 базисных пунктов и достигнуть отметки в 2%. Однако, по факту, несмотря на столь обширные рыночные ожидания, мы не увидели серьезных изменений, вообще каких-либо изменений касательно монетарного курса и уж тем более изменений касательно стабильности процентной ставки. Поэтому для австралийца, которого как раз снижение ставки могло бы стать очень серьезным фактором локальной разгрузки, по сути, не было оснований для стремительных продаж, что, разумеется, легко и правильно можно было использовать, напротив, через занятие длинных позиций. И я думаю, что если вы внимательно следили за этим макроэкономическим событием, если уж не провели сделку до факта публикации этого отчета, то после наверняка смогли принять верное решение, поскольку, скажем, рост австралийца против доллара по факту решения составил около 100 пунктов. То есть это фигурное движение, которое могло бы, скажем, конвертировать минимальный объем открытой сделки в очень неплохую прибыль для депозита в целом. Что касается текущего значения, текущих уровней, на которых торгуется австралиец против доллара, это недалеко уже от значения и нашего ценового ориентира 0,75, что в целом указывает на то, что Резервный банк Австралии все-таки, скорее всего, примет решение о необходимости снижения процентной ставки. Почему? Да достаточно посмотреть на
статистику последних месяцев, чтобы действительно осознать факт серьезных проблем, характерных для данного региона. И сейчас решение, которое не было принято по факту прошлого заседания Резервного банка Австралии, это лишь возможность подготовиться нам к аналогичному решению, которое может последовать уже через один месяц в ходе следующего заседания Резервного банка Австралии. Пока у нас цель 0,75, я думаю, что если этот рубеж падет, можно будет занять более интересные, скажем, точнее, можно будет руководствоваться более агрессивными целями, предполагающими возможность даже еще большей коррекции австралийца против американского доллара. Из статистики вторника, пожалуй, стоит отметить еще данные по нефти. Мы традиционно в последнее время обращаем много внимания на публикацию данной статистики, поскольку действительно нефть сейчас представляет большой интерес, учитывая текущую фундаментальную картину и текущую ситуацию, которая характерна для рынка данного вида сырья. Что касается важных отчетов прошлой недели, то, конечно же, все началось с публикации данных по запасам нефти в США. По версии частного агентства API, мы увидели очередной прирост свыше 12,2 миллионов баррелей. Прогноз был в районе 3-4 миллионов баррелей. Поэтому существенное расхождение указывает на то, что рынок по-прежнему находится под серьезным давлением избыточного предложения. Торговая сессия среды была открыта достаточно важным сообщением из Японии, где во время пресс-конференции один из голосующих членов монетарного кабинета сообщил о том, что, скорее всего, в ближайшее время денежно-кредитная политика, которая руководствуется японским мегарегулятором, может столкнуться с рядом серьезных изменений. И, в частности, предполагается возможность расширения текущей программы количественного смягчения дополнительно на 45 триллионов йен. Это дополнительно к тем 80 триллионам, которые являются актуальными для монетарного курса на текущий сегодняшний день. Поэтому в целом у нас, возвращаясь к перспективам пары доллар-японская иена, довольно очевидный контраст, довольно очевидное расхождение монетарных политиков. Это, в частности, ФРС, который готовится к повышению процентной ставки. И, в свою очередь, Банк Японии, который старается задействовать все возможные инструментарии для потенциального разгона индекса потребительских цен и инфляционного давления. Поэтому меры экономического стимулирования, более агрессивные программы QE – это, скажем, инструменты, которые используются японским мегарегулятором, я думаю, что продолжат использоваться с еще большей агрессией. Думаю, что сейчас это только обсуждение, но в ближайшее время, может быть, в перспективе даже ближайшего квартала, мы сможем столкнуться с подобным же фондом, но только уже в качестве фактических решений, поскольку действительно экономические стимулы дополнительного порядка не необходимы, если, конечно же, Банк Японии планирует выполнить свое обязательство по разгону индекса потребительских цен до целевого диапазона в 2%. Идем далее. Ключевым отчетом не только, скажем, торговой сессии среды, но и в целом всей прошлой пятидневки стали, конечно же, минутки ФРС, опубликованные протоколы Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках США. По факту протоколов, что нужно было усвоить с точки зрения конкретных формулировок и интересностей для рынка? Так это то, что было отмечено существенное улучшение ситуации на рынке труда. Некоторые руководители ФРС полагают, что данные обеспечивают возможность начала повышения процентных ставок уже в июне. В принципе, на эти сроки мы надеемся. И к идее того, что столь важное решение может стать актуальным для рынка в самое ближайшее время, присоединился еще один крупный инвестиционный банк, Bank of America, ожидающий соответствующего укрепления позиции американского доллара по факту как раз возможности более скорого повышения процентной ставки. Что касается реакции активов, в частности евро-доллар, после выхода протокола снизился ниже уровня 1.08, хотя если мы посмотрим на окончание прошлой пятидневки, это коррекционное движение и это снижение было только началом, поскольку в принципе
пара нацелилась на возвращение в район 1.05 и, по сути, уже реализовала эту идею. Напомню, что 1.05 является для нас перевалочным пунктом. Мы сначала смотрим на него, а потом, как только эта поддержка пойдет, можно будет обозначить возможность еще большего коррекционного движения, еще большей просадки главного валютного риска, конечно же, к паритетному значению, о котором я вам уже говорил. Что касается американской валюты, то по факту протоколов против иены у рынка и, в принципе, у трейдеров и инвесторов, которым представлен рынок, появились еще дополнительные аргументы полагать, что все-таки пара доллара-японская иена, несмотря на локальную проторговку, локальные коррекционные движения, просадки там в несколько сотен пунктов, но, скорее всего, даже обречена на то, чтобы закрепиться выше уровня 120 иен за 1 американский доллар. Я думаю, что текущие отметки стоит использовать обязательно тем инвесторам, которые временили сделками, не, скажем, заняли верную позицию тогда, когда мы начали анонсировать эту идею, поскольку сейчас уровни по-прежнему располагают к тому, чтобы превратить данный трейд, пусть и позиционного характера, но в очень неплохое инвестиционное решение, которое принесет хорошую выгоду не завтра, не послезавтра, но в перспективе, скажем, 2-3 кварталов. И все зависит, конечно же, от фактического решения ФРС по повышению процентной ставки. Также нельзя пройти стороной уже официальный отчет от Министерства энергетики США по запасам нефтепродуктов. В принципе, на сегодняшнем брифинге, думаю, что те, кто отслеживает общий фундаментальный фон, уже, наверное, посмотрели этот брифинг. Если нет, то, пожалуй, еще раз обозначу уже в ходе вебинара ту статистику, которая стала реальностью для рынка энергетических ресурсов по факту публикации запасов от Минэнерго США. Официальный отчет показал то, что частная оценка от API, скажем, была абсолютно верной. Запасы продолжили рост и еще, скажем, прибавили к общим резервам Кушинги практически 11 миллионов баррелей. Это очень много, особенно много, если проследить контраст с прогнозными ожиданиями на уровне 4,8 миллионов баррелей. В моменте это спровоцировало микроколлапса на нефтяном рынке, разогнавшим быков и отправившим Brent в район 55-50. И, в частности, это коррекционное движение произошло с уровня 58-50. Однако, к концу недели все-таки Brent удалось восстановить прежние позиции и вновь подобраться к ценовым значениям, уровнем в районе 60 долларов за один, собственно, за баррель. В целом, сегодня на брифинге мы весьма детально проанализировали текущий фундаментальный фон, характерный для нефтяного актива. Я думаю, что не будем тратить сейчас и дополнительно 15-20 минут, чтобы указать на медвежьи взгляды по перспективам нефти. Я просто хочу, чтобы вы имели в виду, что все-таки общий фундаментальный фон располагает к тому, что Brent, WTI – это те активы, которые рискуют и имеют все основания оказаться одними из ключевых аутсайдеров рынка. Что касается рисковых активов, то, конечно же, в начале недели, в середине недели и ближе к концу недели мы пришли к абсолютно правильному, логичному выводу о том, что рисковые активы столкнулись с понятием возвращения к тенденции коррекционного движения. И мне кажется, опять же, если оценить детальную фундаментальную картину, нужно очень постараться, чтобы найти какие-то аргументы, располагающие к примеру, покупкам европейского актива. Особенно, если эта сделка будет проводиться не в рамках одной торговой сессии, а будет иметь позиционный задел, скажем, на несколько недель или месяцев вперед. Идем дальше. Четверг. Из статистики четверга можно было выделить данные по экспорту Германии. Вырос на 1,5%. Объем промышленного производства вырос на 0,2%. Также в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Греция выплатит в апреле Международному валютному фонду 460 миллионов евро. Конечно же, может быть и позитивный
макроэкономический фон, но не нужно забывать о том, что речь идет о лишь, скажем, незначительной части общего совокупного долгового обязательства, которое превышает 260 миллиардов евро. Поэтому в целом те, кто хочет найти позитив даже там, где его нету, конечно, могут и дальше пытаться это делать, но в целом я не думаю, что текущий фундаментальный фон он располагает к тому, чтобы можно было пересмотреть свой медвежий взгляд и изменить, скажем, своим ориентиром по евро-доллару как раз с коррекционного движения на возможности покупки и возвращения там в район того же самого 1.1. Оснований для этого действительно нет. Хорошая статистика по еврозоне, в частности, очень много статистики по Германии, поспособствовала росту, но только не европейской валюты, а фондового рынка. И действительно, на текущий момент европейский фондовый рынок находится чуть ли не на исторических максимумах. А что касается более определяющего валютного актива, доминирующего на рынках и, разумеется, сказывающегося на динамике других инструментов, это доллар, который сейчас не собирается отдавать, скажем, лидирующие позиции никому другому и прекрасно удерживает их сам. Тем более, что по другим ключевым экономикам вроде бы как мы исчерпали практически все важные макроэкономические релизы и ожидания. А вот что касается ФРС, то по-прежнему это мегарегулятор номер один, который готовит нас к очень важному событию. Напомню, что оно назначено как минимум, точнее, как максимум на июнь. Нет, все-таки минимум на июнь 2015 года. Вернемся к другим макроэкономическим данным, отчетам. Прежде всего, снова давайте обратим внимание на динамику и состояние американского рынка труда. Число заявок на пособие по безработице выросло до 281 тысячи против прогноза 285. Тем не менее, члены Федеральной резервной системы, даже несмотря на то, что вроде бы как может показаться, ситуация складывается в плане еженедельных заявок не самым лучшим образом, но члены Федеральной резервной системы констатируют, что в целом ситуация продолжает восстанавливаться и на текущий момент уже достигла самых лучших отметок с 2000 года. Поэтому у нас имеется серьезный фактор соответствующей поддержки касательно состояния американского рынка труда, и в целом это один из определяющих факторов возможности повышения процентной ставки. Это нужно иметь в виду, и ни в коем случае не стоит списывать довольно-таки очевидный позитив, характерный для рынка труда американской экономики, с возможностью использования в качестве фактора для ужесточения монетарной политики. В четверг также отметился и британский регион. Комитет по монетарной политике оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%. Что касается другого важного параметра, это объем выкупа активов, тут также без изменений 375 миллиардов фунтов. А то, что параметры так и не были изменены, это связано с тем, что инфляция в Великобритании, напомню, в феврале замедлилась до нулевого уровня, это минимум за последние 50 лет, и произошло это по причине резкого снижения цен на нефть и на цен на продукты питания. В частности, очень важно, мне кажется, сейчас отметить комментарий главного экономиста Банка Англии Эндрю Халдена, который предупреждает о возможности даже не повышения процентной ставки, о чем указывал ранее Кинг, а возможности снижения ставки. Тем более, если слабость инфляции окажется затяжной и продолжит оказывать негативный эффект для экономики в целом. Собственно, об этом я говорил уже ранее. Думаю, что вы воспользовались хотя бы какой-то части моих советов и не позволили рынку ввести вас в заблуждение по поводу каких-то бычьих, абсолютно немыслимых ожиданий по перспективам фунта. Напротив, сейчас все больше факторов указывают на то, что британскую валюту стоит активно продавать. И если вы это начали делать, скажем, еще несколько месяцев назад, вы уже в очень хорошем профите, что не может не радовать. Собственно, если вернуться к поведению британской валюты и тому факту, что параметры не были изменены, напротив, была обозначена вероятность даже снижения процентной ставки, то мы прекрасно увидели, как фунт против доллара оказался ниже уровня 1.47. Что касается евро-доллара, там
район уже 1.06. А что касается USD-иена, то по факту ближе к концу недели пара сохранила проторговку в районе 120.50 и немного снизилась к заключительной торговой сессии. Что касается других активов, это австралийцы и новозеландцы, они торговались также с понижением, реагируя на общие негативные ожидания и общий негативный настрой касательно рисковых инструментов. Ну и, наконец, заключительная торговая сессия прошлой недели, пятница, которая также отметилась коррекционной тенденцией, точнее даже сохранением коррекционной тенденции рисковых активов. Евро у нас шагнул в район 1.0580. Что касается фунта, то он и вовсе умудрился провалиться до уровня 1.46. Относительную стойкость демонстрировала лишь пара доллар против иены, также продолжившая торговаться недалеко от уровня 120.50 и закрывшая, в принципе, и торговую сессию пятницы, и всю торговую пятидневку в районе 120 с небольшим. Из важных отчетов в пятнице можно было отметить данные по промышленному производству. Отчет очень плохой, 0.1% против прогноза 0.4%. И данные, слабые данные по промышленному производству не просто не оправдали инвесторов, но и создали серьезные риски для публикации будущих темпов экономического восстановления. Первая оценка ВВП уже станет актуальной для рынка 28 апреля. Напомню, что это ровно за неделю до майских выборов, которые сейчас уже многие трейдеры рассматривают как очень серьезный фактор потенциальной разгрузки фунта, который способен еще больше придавить позиции британской валюты. Поэтому в целом по рисковым активам мы по-прежнему видим лишь исключительно мрачный фундаментальный фон. Если у вас другая позиция, я буду очень рад, если вы поделитесь своим видением ближайших перспектив поведения того же самого европейца и фунта. Но я думаю, что это будет весьма проблематично. Поэтому, если вы торгуете этими активами, тем более делаете ставку на коррекционные, на восстановительное движение, на позиционный трейдинг, вам нужно руководствоваться тем фундаментальным фоном, который я стараюсь донести до вас из недели в неделю в ходе наших традиционных правильных понедельников. Теперь предлагаю перейти к текущей пятидневке. Сегодня, в принципе, день уже исчерпал себя с точки зрения статистики. Давайте посмотрим на торговую сессию вторника. Завтра нас ждут данные по инфляции Англии и промышленное производство в еврозоне. Важный отчет, конечно же, данные по инфляции, по индексу потребительских цен английской экономики. Напомню, что в прошлом месяце, к сожалению, Англия констатировала очень низкую инфляцию, и в прошлом месяце из-за снижения темпов разгона и наращивания индекса потребительских цен была вынуждена скорректировать монетарную политику с возможностью анонса как раз более мягких монетарных ожиданий через возможность даже снижения процентной ставки, о чем я вам уже говорил. Поэтому сейчас данные по инфляции, особенно по причине все-таки сохраняющихся негативных ожиданий по нефти, думаю, по-прежнему будут находиться под рисками еще большего снижения, усугубления и переход в дефляционную зону. Поэтому о повышении ставки мы, разумеется, сейчас не говорим и продолжаем обозначать возможности негативной реакции британской валюты практически на все макроэкономические отчеты. Хотя, если добавить сюда еще и политическую логику, здесь появляется локальная, краткосрочная, может быть, кому-то эта идея будет интересна, связанная с тем, что до тех пор, пока в Англии не пройдут очередные выборы, то есть у нас есть еще 3 недели, партия консерваторов будет стараться задействовать всю свою власть, все свои рычаги влияния, в том числе и на статистические ведомства, для того, чтобы статистика была неплохой. Опять же, эту логику мы детально проанализировали в ходе нашего сегодняшнего брифинга. Думаю, что она не лишена смысла. Поэтому краткосрочно от макроэкономических отчетов локально можно ожидать позитива для фунта. Но если есть желание просто занять
верную сделку, стать в правильном направлении и не заморачиваться на локальные всплески разнонаправленной волатильности. Это, конечно же, сделка, касающаяся продажи фунта против американского доллара с возможностью возвращения ниже 1.45, может быть, даже в район 1.40. Это, опять же, краткосрочные ожидания, и на них мы делаем ставку. Сейчас этой идеей можно руководствоваться также среди прочих. Среда. Много статистики по Китаю. Даже некоторые отчеты я опустил, поскольку одного слайда не хватило, чтобы описать фундаментальную насыщенную среду. В частности, оставил промпроизводство и ВВП. Очень важные отчеты. Особенно тогда, когда мы констатируем серьезные проблемы для китайской экономики и видим их попытки простимулировать экономику, задействуя различные инструменты для, собственно, улучшения экономического состояния в целом. Но пока они бездейственны, больше похожи на спасение утопающего, но в целом, если говорить про китайский мегарегулятор, разумеется, они не могут бездействовать, и они поступают правильно. Но пока все-таки я не думаю, что Китай смог достигнуть каких-то очевидных позитивных сдвигов в плане улучшения экономики, и в целом нам приходится констатировать лишь очередную слабость. Важным отчетом, пожалуй, самым важным отчетом среды станет решение ЦБ по процентной ставке. Тут, скорее всего, точнее 99,9% без изменений, 0,05%. Но куда более важно будет пресс-конференция руководителя Европейского центрального банка Марио Драги, которая состоится сразу после публикации процентной ставки в 15.30. И здесь уже будет, уверен, достаточно сюрпризов, ну или, по крайней мере, переоценка прежнего макроэкономического фундаментального фона, что спровоцирует соответствующую динамику и волатильность на рынке Форекса. В целом, что можно ожидать сейчас от евро? Наверное, прошлая пятидневка явно указала на то, что евро все-таки возвращается к своим справедливым уровням, которые, на мой взгляд, сейчас находятся недалеко от паритета. И дополнительные комментарии об агрессивности выкупа активов будут лишь анализироваться через призму еще большего усиления баланса Центрального банка, оказывающего негативный эффект для национальной валюты в целом. Плюс ко всему, не стоит забывать о том, что мы рассматриваем евро-доллар, то есть поведение европейской валюты против американского доллара. И здесь, собственно, как и в динамике других активов, стоит руководствоваться фактом и очевидным расхождением монетарного курса, поскольку американский мегарегулятор ФРС единственный из мировых мегарегуляторов, который готовится к сознательному ужесточению монетарной политики. Что касается других регионов, это постоянные, мне кажется, замкнутые и бесконечные экономические стимулы, которые на самом деле пока не возымели какого-то позитивного эффекта. Но одних лишь ожиданий сейчас достаточно для того, чтобы не сворачивать с пути коррекции по европейскому активу и продолжать делать ставку на возвращение, точнее, на движение в район паритета против доллара. Четверг. Важные данные по уровню занятости в Австралии. Здесь, думаю, нас ждет разочаровывающий отчет, который лишь еще больше усугубит либо подчеркнет общие экономические проблемы для австралийской экономики. И в целом еще больше, а точнее даже в очередной раз, подготовит нас к очень важному решению по возможности снижения процентной ставки уже в ходе следующего заседания Резервного банка Австралии. Поэтому в целом текущее движение, коррекционное движение австралийца и планомерное снижение в район 0.75 против доллара – это лишь начало. Дальше австралиец, скорее всего, по факту ожидания снижения ставки, рискует пойти еще дальше и нацелиться на район 0.7 ровно. До него еще около 500 пунктов, поэтому предлагаю вам присоединиться к этим идеям. Торговая сессия пятницы. Обычно у нас спокойный день, но в этот раз исключение, поскольку в пятницу у нас будет очень много важной статистики. Во-первых, это состояние британского рынка труда. В целом, опять же, возвращаясь к той логике, которую я уже описал, возможность перед выборами увидеть наигранную статистику, лжестатистику, которая не будет отражать действительность, но если она будет позитивна, она окажет соответствующий позитивный эффект на движение фунта. Такой логикой сейчас можно руководствоваться. Но если, опять же, вы делаете ставку на позиционный трейдинг, и тем более, если вы уже находитесь в коррекционных сделках по фунту, стоите правильно, не нужно колебаться и не нужно менять своего позиционирования.
Пятница в целом, судя по содержанию экономического календаря и по слайду, который вы сейчас видите, день данных по инфляции. Индекс потребительских цен, еврозона, США и Канада. Все отчеты очень важны и, разумеется, отчеты, которые окажут соответствующее влияние на поведение активов. Но в целом про индекс потребительских цен еврозоны мы уже говорили в ходе нашего позапрошлого правильного понедельника, обозначив то, что пока что, к сожалению, не удается поднять уровень инфляционного давления к тем отметкам, на которые делалась ставка ранее. Может быть, скорее всего, нужно еще больше времени для того, чтобы эти беспрецедентные меры экономического стимулирования нашли большее отражение в экономике в целом. Но пока я не думаю, что этот отчет стоит использовать как какой-то позитив для европейской валюты. Да, даже если это и будет, то он окажет лишь локальный эффект. В целом, сломать коррекционный настрой и возвращение в район паритета сейчас очень сложно, точнее, даже практически невозможно. Что касается индекса потребительских цен по США, то, опять же, руководствуясь комментариями Джанет Йеллен, последними, вроде бы как у американского мегарегулятора есть, скажем, основания полагать, что индекс продолжит расти и сможет достигнуть целевого диапазона, который, как вы знаете, находится в районе 2% в перспективе полутора лет. Но флагом в руки, как говорится, если есть такие ожидания, то ради бога, пусть на них и делается ставка. Но нас больше интересуют, конечно же, спекуляции на тему повышения процентной ставки. И, опять же, чтобы не повторяться, пока все-таки заставит нас пересмотреть факт того, что это решение в ближайшее время станет реальностью для рынка, очень трудно. Еще важный отчет — индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Традиционный макроэкономический релиз, оказывающий эффект на поведение американца, на позиции американца в районе 30-35 пунктов. Локально можно использовать эту статистику. В этот раз есть основания полагать, особенно по факту последних данных по промпроизводству, что индекс будет неплохим, поэтому, скажем, в пятницу под конец дня можно попробовать, скажем, сделку небольшим объемом, связанную с занятием, скажем, длинной позиции по паре доллар-японская иена. Однако, если в целом говорить про позиционный настрой, он совпадает с возможным интересом по короткой сделке, по краткосрочной сделке, поскольку мы, скажем, и там обозначаем возможности роста американской валюты, американского доллара. И я думаю, что в последние дни изрядно подкрепили, скажем, эту точку зрения и эту инвестиционную идею необходимым количеством фундаментальных доводов, факторов и аргументов. И что касается наших ценовых ожиданий по основным валютным активам. Сейчас вы видите на своем экране, на слайде, 4 валютные пары. Традиционно мы обращаем внимание на них. Это евро-доллар 1.0450, австралиец против доллара 0.75, соответственно, USD-иена 121.50 и фунт коррекционное движение в район 1.45. Собственно, на этом все. Теперь с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Можете оставлять их в рубрике «Вопросы». Да, что касается ставки ФРС и инфляции, да, кто-то из экономистов действительно ссылается на то, что, учитывая низкий уровень инфляционного давления, есть основания полагать, что повышение процентной ставки, если произойдет, то, скажем, не раньше поздней осени. Но, опять же, в принципе, в ходе вебинара я уже коснулся позиции Джанет Йеллен, которая сместила акцент с уровня инфляционного давления, обозначив, что сейчас общая стабильность экономики, может быть, играет более определяющую роль для столь важного решения. Поэтому смотрим сейчас больше за другой статистикой. Тем более, что ситуация с инфляцией практически не меняется, а спекуляции на тему повышения процентной ставки растут. На самом деле фунт давно уже остается и является одним из главных аутсайдеров на рынке Форекс. Что касается
движение в район 1.30 на самом деле вполне возможно. Я ничуть не удивлюсь, если это произойдет, тем более, что мы в целом обозначили возможность коррекционного настроя по фунту и также определили серьезные, скажем, политические риски, которые могут быть характерны для экономики в целом и, соответственно, для национальной валюты. Если, опять же, связать возможное изменение ставок с инфляцией, которая сейчас находится на минимальном уровне за последние 50 лет, я думаю, что говорить о повышении ставки, а, соответственно, о факте роста для фунта сейчас не приходится, а значит, можно делать ставку на коррекционное движение. Пока давайте начнем с уровня 1.40. Если этот уровень пойдет в ближайший, скажем, месяц-полтора, тогда предлагаю вам снова вернуться вместе со мной и вместе с нашими слушателями в ходе вебинара правильного понедельника к этой идее. Думаю, что будет дополнительная информация и сможем заново пересмотреть эти ожидания. Что касается новозеландца, тут не совсем понимаю, что вы имеете в виду, поскольку, учитывая те ожидания, которые мы обозначаем по австралийцу, разумеется, можно делать соответствующие коррекционные ожидания и по новозеландцу, поэтому в этом плане все то. Если смотреть на волновой анализ, то доллар будет расти еще около 9 месяцев и до отметки к евро 0.87. Знаете, техникой я обычно не руководствуюсь, стараюсь следить за фундаментальной картиной, но если и волновой анализ уже свидетельствует о возможности движения европейского актива и роста доллара и, соответственно, слабости евро ниже паритета, это только подчеркивает, скажем, общее позиционирование рынка. Я думаю, что вы нашли еще один аргумент, позволяющий смело делать ставку на то, что евро будет, пожалуй, одним из самых все-таки главных аутсайдеров, а, наверное, даже самым главным аутсайдером по итогам 2015 года. Возможно. Что касается вопроса по рублю, думаю, что возможно не только 60, а 65-70. И если это произойдет в ближайшее время, ничуть не удивлюсь. USDCAD 1.28. Если у вас есть время, пожалуйста, посмотрите сегодняшний брифинг, где очень много было уделено нефтяному активу. И опять же, если добавить зависимость канадца от данного сырьевого актива, я думаю, что вы получите достаточно аргументов, указывающих на то, что USDCAD у нас имеет все основания для возвращения в район 1.28. Это также очень хорошая инвестиционная идея. И если кто-то принял решение о покупке USDCAD, к примеру, с уровня 1.26 и сейчас может находиться в просадке, не нужно особо расстраиваться, потому что это правильный позиционный трейдинг. Нужно просто находиться в этой позиции и ожидать ценового уровня, который мы обозначили. 1.28, собственно, как мы и обозначали месяц назад, даже больше, так мы продолжаем обозначать этот ближайший ценовой ориентир. Да, есть основания услышать еще одно снижение процентной ставки и в рамках канадской экономики, но думаю, что в ближайшем месяце пока ждать этого не приходится. Но канадский банк также один из кандидатов на возможность смягчения монетарного курса. Опять же, это к идее возможных ценовых ожиданий по USDCAD. Если мы обозначили возможности новых мер стимулирования через снижение процентной ставки, вот вам еще один аргумент по продаже канадца против доллара. Большое спасибо за внимание. Соответственно, если у вас появятся вопросы, сможете задать их уже в ходе нашего следующего вебинара. Хорошей вам торговой пятидневки и удачных и прибыльных сделок. Всего доброго. До свидания.